Кстати, вот не пойму, откуда столько горелых-то машин? Причем самых разных. Сами горят. Что? Сами горят. Сами горят, типа замыкание, что ли, какое? Или сигарета? Да нет, сигарета, блядь. Сигарета, да хуя делов. Ну от замыкания-то тоже, неужели огнетушителя нет ни у кого? Да. Вот. И вот он, блядь, разговаривал с чуваком. Короче, он с женой поехали в этой ебаной Килиманджаро забраться на эту гору без гидов. Но они, прежде чем туда поехать, они не изучили, блядь, ебаные законы. Понятно. А у них, короче, это ебаная тюрьма. То есть тебя поймали на этой горе без гидов, тебя сажают в тюрьму на год. Вот. И он там сидел год в этой тюрьме. И вот он, блядь, рассказывал, ну, то есть там не то, чтобы... Как тебе сказать, не то чтобы про жизнь в тюрьме, да, а там идет полностью история, как он туда попал и как он там был. Вот. И интересно, то есть вот, ну, в основном первая часть истории, в принципе, ну и вторая, как бы она уже идет до кучи. Вот как.